матеря этапе. Ура, хэндгам! Ариша, Ариша, Ариша. Смотри, как она прыгает около хэндгама. Ой, это я с отпавшей челюстью? Ариша, у меня нету 100 рублей. А у меня есть. Нет, у мамы есть 100 рублей. Ты приехала за хэнгамом. Ну давай, бери свой хэнгам. Вот оно, счастье детское. Желтый. Нет, не желтый. 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 Ну подожди, ты их сразу таскать. Давай дальше загружай. Ариша, покажи, что ты уже достала. Я достала один красный, один оранжевый, два желтых. И сейчас еще крайний. Один целый. Я хочу зеленый. О, зеленый. Как хотела. Пойдемте в киношку. Арина. Ну, просто играть. Ты не хочешь? Аришка, в подарок. И мне. Бабушка там все фотоохоту ведет. Да, желтый можно объединить. Пойдемте. Я не поняла, тут будет джампвей или это реклама джампвея? 12 профессиональных батутов, большая поролоновая яма. Нет, www.jumpway.ru, это реклама. А подожди, они же строят. Конечно, тут будет... Обалдеть, тут будет батутный центр. Класс! Вот это хорошая новость. Да вот тут же не поместится ни хрена. Почему? Ариша, хэнгам на пол. Ура, ура! Это один, а мы там себе. Да, слушай, тут уже все завезли. Класс. Не, кстати, площадь большая, супер. Отлично. 12 же они написали. Арина просит подсадить ее, тут уже один батут есть. Класс. Ну все, поехали в кино. Слушайте, ну он будет совсем не маленький. Хорошая новость. А вон там, видимо, место для проведения празднеств будет. Вот это вот площадка, скорее всего. Ну, отличная идея. Так, пойдем узнаем, что идет, куда идти. Нет, так пойдем в боулинг. Тролли. Куда идем? Куда идем мы с пятачком? В 3D здесь ничего нет. В 3D ничего нету? А? Не, без 3D не интересно. А вон 3D. А если 3D? Но они уже прошли. А все, а в 3D ничего и не будет. Ну, пойдем тогда в контактный зал. Ну, пойдемте только в контактный все вместе. Пойдемте в контактный все вместе. Подождите, давайте я буду лазить у вас по карманам, вы меня будете кормить. И давать тебе денежку. Да. И называть тебя енотиком. Да. Мне нравится это. Контактный зоопарк сегодня открывается. Ой, а он, кстати, довольно... Мяу. Мяу. Он довольно что? Больно кусается. Слушайте, у нас сложная дилемма. Игровые автоматы и боулинг или контактный боулинг? Хорошо, Ариш, ты иди в контактный. Да нет, все вместе пойдем, не будем делиться. Нет, делиться не будем. Ну пойдемте ненадолго в игровые, а там дальше посмотрим. В общем, начинаем мы с игровых автоматов, потом, возможно, пойдем в боулинг. И водички, водички, водички. Да, надо пить хочется. По минерале, да?
Угу, без газа, без ничего.